Сегодня Николай Плетнев переизбран на должность председателя избирательной комиссии Белгородской области на ближайшие 5 лет. Его кандидатура получила большинство голосов на первом заседании комиссии в обновленном составе. Для Николая Плетнева это будет уже 6-й срок пребывания в должности председателя облсберкома. До этого он получил единогласную поддержку Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Вы мне оказали вновь очень большое доверие. Впереди у нас большие дела. Мы должны еще больше научить, убедить, воспитать основу наших участковых избирательных комиссий, основу нашей избирательной системы. Заместителем председателя облсберкома станет заместитель главы администрации Белгорода по внутренней и кадровой политике Игорь Лазарев. А секретарем переизбран Владимир Шавгейня, который занимал эту должность и во время предыдущего созыва областной избирательной комиссии.